Школа номер 4 Уссурийска – объект культурного наследия. История учебного заведения перешагнула вековой рубеж. Уже в начале лета территория здесь кардинально изменится. На это по программе развития системы образования округа из местного бюджета выделено 2 миллиона 712 тысяч. Мы находимся у здания 4-й школы, старейшего здания со своей историей, которому уже исполняется 120 лет. Сегодня территория школы обретает современный облик. У нас ведутся работы по благоустройству. Сдача объекта площадью 2902 квадратных метра запланирована на июнь 2021 года. На этом месте раньше находилась спортивная площадка, но она устарела. Теперь здесь появятся сразу две зоны для занятий физической культурой. Первая предназначена под игровые виды спорта. Будут установлены баскетбольные и волейбольные стойки с сетками, а вторая – воркаут-городок. Оборудование спортивной территории прошло за счет субвенции на учебные расходы в этом году на сумму 625 тысяч рублей. Это российское производство, оборудование компании уже больше, заводу уже больше 50 лет. Оборудование все соответствует ГОСТам, новому регламенту. То есть оборудование очень безопасное и долговечное. На всей пришкольной территории демонтировали остатки старого покрытия. На пешеходных дорожках были пучинистые образования. Подрядчик принял решение снять грунт, засыпать скальником, уплотнять для основного асфальтирования. Устройство спортивных площадок закончено, и работы ведутся на оставшейся территории. Установили 364 метра бордюрного камня и залили 140 тонн асфальтной смеси. На данном участке у данной школы именно водоотведения не предусмотрено никакого, систем водоотведения нет. То есть ни ливневой канализации, ни водостоков, нет ничего. То есть приходится проводить уклон поверхности и отводить воду естественным водотоком на улицы, прилегающие к Краснознаменную, либо в дворовую территорию с ближайших домов, на газонную часть. По графику работы завершат в июне, но подрядчик уже идет на опережение плана. Территория школы будет разделена на зоны. Для занятий спортом под открытым небом, место для отдыха со скамьями и современным цветником. Будут высажены саженцы деревьев и кустарников. Наталья Зайцева, Роман Адонин, Телемикс.